Иди, тебя поглажу тоже. Мяукалка, иди сюда. Иди сюда. Идем ко мне, кися. Ну, маленькие мои бусики. Маленькие бусики. Два друга, да. Они друг с другом рядышком в обнимочку спят. Такие они милые. Слушай, не боится, да? Получается, там написано метр. Ого! Иди, 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 иди. Ну еще все, и... мое последнее кольцо. Немножко поближе вам покажу. Короче, как я поняла, конструкция тут максимально простая, насколько вообще возможно сделать ее. Спанбонд просто прошит с такими вот карманами на определенном расстоянии. И вот в эти вот, получается, кармашки засунуты пластиковые дуги. В принципе, эта теплица не такая, что прям слишком дорогая. Но при желании, если есть готовые дуги, можно сделать это самими, сшить из спанбонда такую же. Вот такой вот кусок с карманами. Посмотрим, как она будет работать. Кстати, даже если спанбон со временем прорвется с дугами, все будет хорошо, можно будет самим потом сделать. Точно так же сшить, я имею в виду. Вот сюда фарник что будешь сажать? И твои эти вот арбузы и дыни. А, ну вот. У них хорошее соседство сказали. Перец, арбузы и дыни. Я сначала хотела здесь петрушку, укроп, а потом смотрю, сколько посходило, думаю, ой, оно само вырастет. Значит, укроп мы уже сажать не будем. Ну да, здесь прям какой-то кучкой вместе с рядышком с виноградом. Ну, тут, как бы, последний куст стоял до конца. Смотри, какая она красивая. Я садила через 3-5 сантиметров, вот так вот я ее ровненько посадила. И там в конце, в самом, вот кусочек шпината посадила. А где шпинат? Я сегодня весь день в Минске, у меня по расписанию 4 аж прям приема у врачей. Сначала мы с вами едем в Dental Dream, там, где я выдирала зубы мудрости. Будем снимать, там у меня остались ниточки, вот, и сегодня будем убирать. Так, быстро, 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 опаздываем. Ничего страшного, сегодня точно не будет, потому что все страшное мы уже сделали раньше. Вытирать зубы мудрости, конечно, это было то еще удовольствие. Сегодня мы только снимаем шины, и это прям радость. Не знаю, чем я думала, когда я так плотно ставила запись, но я надеюсь, что я везде успею. Так, у нас с вами сейчас снимать швы, потом клору, потом в Еву клиник и к ортодонту. Очень плотненькая запись. А завтра, кстати, я иду на личную консультацию по крипте. Так что очень насыщенная у нас с вами будет начало недели, но я рада этому очень. Слушайте, ну получилось все максимально быстро, мне кажется, 2 минуты. Жаль, что я не засекла, вот реально 2 минуты, мне ниточку вот эту отрезали, выдернули, все. Короче, все, что нужно было снять, мы сняли. А, кстати, сейчас еще расскажу, как мы вчера с Алисой ходили к лору. Ребят, это было что-то с чем-то. Я думала, я там посидею. Знаете почему? Потому что когда плачет
ребенок твой. У меня реально кровью сердце обливалось. А сейчас я сяду в машину и расскажу, а то я, по-моему, людей смущаю тут, разговаривая с камерой. Вчера с Алисой по плану было посещение двух врачей. Первый — это лор, и второй — это детский гинеколог. Я считаю, что и детей тоже надо стабильно раз в год хотя бы проверять, потому что... А все-таки здоровье — это очень важно. Если есть возможность проверяться раз в год, обязательно нужно это делать. Поэтому я вот сегодня тоже пойду на осмотр, полный комплексный осмотр у своего гинеколога. Вот, так вот, по поводу лора. Вот вчера, когда мы приехали к доктору, она начала там проверять, сказала, что у нас, в принципе, сама сера по структуре достаточно плотная, и она со временем каменистая становится. И начали, короче, мы промывать ушки, вытаскивать эти серные пробки. Сколько стояло крику, вы себе не представляете. Алиса так плакала, так кричала. Я ее держу за обе руки, я сама плакала, потому что это просто жесть. Я понимаю, что она просто так не кричит, не плачет просто так. Значит, ей на самом деле больно. И, возможно, доставать их было больнее, чем обычно людям бывает доставать серные пробки. Сказала мне доктор, что это, в принципе, у нас... будет периодически такое появляться, потому что очень узкие слуховые каналы. Вот такая физиология у моего ребенка. Мне, в принципе, с этим ничего сделать не получится. Надо просто периодически проверять. Я купила специальные ушные капли, которые будут предотвращать появление вот этих вот серных пробок. Но это было реально вырванные годы вчера. Насколько быстро ребенок у меня вчера вечером отрубился на фоне всего этого стресса. Мало того, что мы вчера сходили к врачам, плюс к этому я ее потом отправила в качестве награды в детскую комнату, там, где куча разных надувных штук, всякие разные горочки, в шарики можно там в бассейн прыгать. Короче, вот эти вот, знаете, детские комнаты, в которых куча оголтелых детей, они все носятся друг за другом, получают удовольствие. И вот она так вчера и наплакалась, и напрыгалась, и набегалась, что она реально сегодня проснулась позже меня, хотя она обычно просыпается в 6:30. Короче, воскресенье вчера у нас было с Алисой очень-очень стрессовое, но я... На самом деле, очень рада, что мы этот вопрос закрыли. Боже мой, что бы эти серные пробки? Боже, насколько бесконечно жарко сейчас в машине сидеть. Надо снять кожанку, потому что я все, я уже спарилась. Кстати, вот этот вот, как назвать его? Джемпер не назвать, короче, это лонгслив из Mark Formel. Это моя новая любовь, во-первых, потому что он хлопковый. И он супер классно подходит и к кожанке, и к джинсам. И это идеальный такой расслабленный casual вариант. Желто-белый, такой позитивный. Я сейчас ходила в Ева. В Инстаграме, в Телеграме поделилась своими впечатлениями. Фу, мне надо попить воды. Сейчас мы едем менять дуги. Я не могу, мне жарко. Я открою настежь все окна и буду получать удовольствие от свежего ветерочка. Кстати, ребятки, с этой сумкой я теперь хожу постоянно. Я, наверное, ее ношу под все. Мне пофигу, сочетается она или не сочетается. Просто серьезно, ничего более вместительного и удобного, чем вот эта сумка, я пока еще у себя в закромах не нашла. Плюс еще, как я уже говорила, есть вот такая вот длинная ручка, чтобы я могла носить на плече. Плюс к этому, знаете, что очень круто? Ее можно стирать, так как это штроксовая сумка, матерчатая, тканевая. Ну, короче говоря, из ткани сделана. Ее просто закинул в стиральную машинку, постирал, и она как новенькая. С кожаной сумкой такого сделать будет невозможно, потому что сумка сразу превратится в кусок какашки. Так что вот, пользуйтесь ссылочкой на здоровье. Я еду, мне осталось 40 минут. Я сегодня супер продуктивный человек. И пускай даже не видно половины моей головы, потому что у меня нет здесь держателя для камеры. Это тоже не очень важно. Пожаловалась доктору, что я не чувствую, что зубы двигаются. Как будто ничего с ними не происходит. И вот такую себе дугу ядерную мне поставил. Я уже чувствую, что будет сегодня мне не очень удобно кушать. Да, уж. Короче, в следующий раз я приду уже через 2 месяца. И, скорее всего, потом уже мы запишемся на установку имплантов. Знаете, что я еще хотела сделать? У Макса был недавно день рождения. Подарок я ему купила, но я хочу еще связку воздушных шаров. Так что мы сейчас пойдем с вами искать, где их, в принципе, сейчас вообще можно найти. Тут где-то было недалеко от торгового центра. Возможно, там что-нибудь и будет.
знаю, в чем прикол. Мне поплохело так, что такое ощущение, что меня сейчас вытошнит. То я съела какую-то пироженку с чаем. Пока ждала, чтобы обменник открылся. Вот. И у меня такое ощущение, что сейчас все. Все, что я съела, сейчас будет проситься наружу. Оно уже просится. Просто посижу спокойно, посмотрю, как дальше пойдет. Но я чувствую, что что-то вот все. Пироженки я больше не ем. Вот так вот, в каких-то забегаловках. Ну, что там какое-то супер маленькое кафе было. Чай был вкусный. Но чай испортить сложно. А вот пироженка... Походу, пироженка была подгулявшая. Буду много пить. Полежу, мне еще ждать полчаса, пока ребята приедут. Я их сегодня с вокзала забираю, мы едем домой. Я, кстати, сейчас слушаю свой разбор по дизайну человека. И насколько много там моего. Но это надо слушать в несколько заходов, потому что у меня 4-часовой разбор. И я просто один раз я слушала и реально заснула. Просыпаюсь среди ночи, у меня компьютер потух, я сама лежу в такой позе, знаете, ручки на груди сложила и сплю. Блин, за один раз это точно нереально переварить, потому что очень много информации. Но я понимаю, что, ну, прям слишком много всего у меня. Не то, что совпадает, а... Ну, как бы да, совпадает. Как еще по-другому я могу это назвать? Ну, короче, как будто про меня мне человек рассказывает. Вот, мне еще осталось 2 файла прослушать, и они такие достаточно объемные. И потом еще раз прослушать, и еще раз прослушать, потому что есть вещи, которые обязательно нужно будет мне заново прослушать и переварить. Если послушать один раз, у меня такое часто бывает, мне мало что откладывается. А тут нужно именно мне всю эту информацию через себя пропустить, понять, что коррелируется со мной, как мне дальше действовать, как, в принципе, проживать какие-то определенные вещи в своей жизни, на самом деле экологично, потому что есть вещи, которые я в силу воспитания в своей семье, каких-то травм именно у моих родителей, перекладываю все это на себя и действую в некоторых моментах не так, как мне нужно действовать по моей натуре. Я чувствую прямо, что в некоторых местах, в некоторых моментах меня уже отпускает. Я уже понимаю, что все норм. Ты не какая-то ненормальная, все с тобой окей. Я узнала про девушку, которая делает разбор по Human Design. Не то, что случайно, скорее всего, это просто пришло ко мне в нужное время. Попросила максимально быстро это все мне подготовить, потому что вот я такой очень нетерпеливый человек в некотором плане. Я прям жутко рада, что я все-таки это сделала. Я еще хочу заказать разбор для своей Алисы, потому что я понимаю, что я обязана это сделать. Я не могу полагаться на волю судьбы и пытаться выяснить, как мне лучше ребенка воспитывать. И мне хочется просто подойти к этому максимально ответственно. И зная уже, какая Алиска, знать, что это за фрукт. Растить фрукт это так, как нужно, не косяча, хотя не без этого. Давайте будем откровенны, все родители косячат в каких-то моментах воспитания. Но вот мне в этом плане хочется просто, знаете, досконально, насколько можно, разобраться, что за человек, как ее правильно воспитывать. Я считаю, что я обязана это сделать как родитель. Вот. Сразу оговорю, что это не реклама. За все это я плачу своими деньгами. Просто если у меня есть возможность кому-то дать эту пользу, с кем-то поделиться контактом, который на самом деле поможет человеку разобраться немножко в себе. Это всегда полезно. По себе понимаю уже это. То я этими контактами обязательно поделюсь. Но я не буду оставлять их в описании во всеобщий доступ. Если кому-то очень захочется, то в Инстаграме, в Директе вы можете написать просто мне в сообщение, и я тогда вам лично контакты этого человека передам из рук в руки. Вот. А сейчас... Слушайте, мне кажется, вот я сейчас немножко наговорилась и выговорилась, и мне стало получше, у меня уже не крутит живот, я не знаю, с чем это связано. Возможно, это какая-то психосоматика, потому что сегодня день у меня очень суматошный и очень нервный. Я в Инстаграме рассказывала, меня уже успели и гаишники остановить, когда я неправильно переходила дорогу, в неправильном месте, вернее. И в моменте мне не было стрессово, я не боялась, как-то я, знаете, в таком состоянии была... Принятие, типа, все окей, все хорошо, ничего плохого не будет, заплачу штраф, если что, ну окей, бывает всякое с людьми. Но мне просто выписали предупреждение, типа, ну-ну-ну, больше так не делай.
Я больше так делать не буду. Это я лох, я виновата, я уже прекрасно это сама понимаю. Вот, и я думаю, что в моменте, даже если у меня и не было такой реакции, типа испуг, тревожность, переживание этого стресса, то оно все равно, организм это проживал, даже я это могла и не понимать мозгами. И вот я сейчас понимаю, что весь этот суматошный день очень стрессовый, на меня наложил, видно, отпечатки, и мне вот крутит. 18 минут, осталось 10 минут, ребята скоро уже подъедут. Я, наверное, поставлю камеру, хочу заснять, как я буду дарить шарики Максу. Я очень рада, что у нас в семье получается поддерживать вот такие вот близкие отношения. Мне кажется, это важнее всего. Беречь своих близких, заботиться о них. И я бесконечно благодарна, что вокруг меня мои любимые близкие люди. Не буду, Надя, не плакай. Мне кажется, я прям стала такая сентиментальная. Я на фильмах плачу. Я сегодня, когда писала про этот, про Еву, я чуть не плакала тоже, потому что моменты, когда ты рад, когда ты счастлив, для меня они настолько ценны. Когда люди рядом близкие, это тоже это подарок судьбы. Ой, все, пойду плакать уже без вас. Ку-ку! Котятки-ребятки, доброе утро. Мне кажется, что машина скоро станет моим съемочным кабинетом, потому что я все время вам в ней что-то рассказываю. Короче, у меня сейчас уже 14:50. Боже мой, надо очки нормально надеть на себя. И только что прошла моя консультация по крипте. И я прям... как круто же все-таки. И мне так нравится узнавать именно какие-то новые вещи, особенно такие перспективные. Я впитываю в себя просто как губка все, что можно узнать полезного и нового. Нравится мне это. И именно в этой сфере мне хочется сейчас немножко больше узнать, немножко подробнее туда углубиться, прям нырнуть туда с головой, потому что я понимаю, что это мне в будущем очень сильно пригодится. И я хотела кое-что вам показать. Все. У меня теперь есть кроссовок. Ощущение детской радости, когда у тебя что-то получается, и когда ту идею, которую ты долго вынашивала в голове, какие-то свои замыслы ты начинаешь реализовывать. Это прям очень кайфово, мне очень нравится. Если кому-то это интересно, пишите в комментариях. Я просто буду делиться своим путем. Многие уже говорили про Степен. Напишите, кто в курсе, напишите, кто не в курсе. И напишите, хотели ли бы вы узнать от меня лично, как от полного валенка. Если бы вы хотели узнать об этом чуть-чуть побольше, моим очень простым языком, как я это поняла после того, как я прошла интенсив, после личных консультаций. И если будет на самом деле много желающих, то я расскажу. Если желающих не будет, то мы просто будем дальше по стандартному плану снимать влоги, как говорится. Я буду делиться своей повседневной жизнью, но вдруг просто вам эта тема интересна, тогда я могу удовлетворить запросы тех людей, которые на самом деле нуждаются в этой информации. Я сейчас еду домой. Друг дружке или к столбику? Сначала к столбику, и там друг дружке надо будет прицепить. Давай вот держи. Выдирала вон 4 дерева в том сезоне. Психанула. Потому что ничего не растет, только толку от людей. Thank you.
удовольствие. Ну что ты такой глупый сказал? Я говорю. Да просто мы привыкли к советским союзам. Надя, ну я тебе не это хотела сказать, Надя, ну ты понимаешь? Нет, подожди, Надь, должна жизнь тоже быть какая-то с трудностями, с какими-то, может быть, там, с решением. Ну не, мы не сами не себе не должны их придумывать, понимаешь? Столько прекрасного в этом свете. Боже мой, боже, скажите, чтобы были хотя бы деньги на это, да? Так вот, надо зарабатывать.